И всем здорово, народ! И сегодня с вами я, с вами Сенезер. И да, я немножко поразвивался в этой игре. Так, что еще вам сказать? Да, немножко поразвивался. Вот маленький лут я насобирал. У нас этот гид появился. Как? Я не понял. Они стучатся. Ладно, так и быть. Ну, я здесь все сделал абсолютно до единого. Все, и мне очень сильно все нравится. Что? Вы это видели, да, надеюсь? Да, что вам еще бы нового рассказать? Так. Сейчас. Слушай. Мне такая же... Ладно, не надо. Будут роли... Вот эти именно ролики будут выходить... Ну, смотрите. Пишите именно мне в комментах, что мне лучше поиграть. Ну, мне ж... Интересно, что вы хотите, чтобы я поиграл. Пишите в CSGO, раз. Вот все пишите, буду во все абсолютно играть. Вот до единой игры буду абсолютно играть. Да. Так, сейчас ночь пройдет. Так. Так, а я не знаю, что нам делать. Так. Вот зомби, походу, уходит. Так. Да можем... Ну, это будет моя, типа, пещерка, как я ее сделал. Ну, типа, будет... Типа, мини-пещерка. Надеюсь, хорошо придумал. Короче, типа, сюда буду я вбегать. И, типа, да. Вроде, если так делать, что будет, ну, нет. Вот. Ну, уже рассвет. Так. Да. Когда наберется хотя бы один лайк, я автоматически беру и выпускаю новый ролик. Но если вам, конечно, понравился этот... Это что такое? Ну, конечно, чуть вперед прокопаю. Террария. Если хотите, я буду больше выпускать ролики по ней именно. Так. Не, мне лично интересно, что это такое? Ну ладно, ничего такого страшного, если я потеряю свои ресурсы. Куда-то я упал. Угу. Какая-то пещера заброшена. О, у нас же есть эта штука. Все, под водой, которая светится. Так, у меня маленькие неприятности, что я сейчас умру. Я же сказал. Так. Ладно, я тут буду... Кстати, это даже очень хорошо, что я нашел это. Мы ж... Пойдем же в лес, там же до рыбака надо будет, типа, идти. А! Так, стоять. Проверю, никто сейчас сюда не зашел, нет. Вот это надо будет устроить как типа рыбалку. Не, правда вам говорю, как будет как рыбалка. Но сейчас пока что на данную минутку я ее закрою. Ничего такого страшного, конечно. Она будет у нас форма как рыбалка. Так. Так, 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 так. Здесь поставим здесь сундучки. Сделаем, короче, как настоящее. Не знаю, как вам объяснить правильно. Так. Ну все, сейчас. Ну вот, вроде хорошо все. Сейчас надо вверх.
чтобы было все честно и все хорошо. Так, ну это будет закрываться у нас и открываться. Так, ну окей. Простроили, как простроили. Ладно, потом все это делаем. Так, ладно, пошлите поищем сундучки. Где-то тут должны быть сундучки. Да. Рядом с домом стоит огроменная... Как там? Подождите минутку. Сейчас. Кстати, здесь же много дерева с этого вываливается. Так, что-то я замолчал немножко. Так, это такой у нас проходский. Так, что у нас тут? Уши серебра. Так, что еще? Давайте поищем сейчас. Это что такое? Что мне прям интересно стало, что это такое? Это ремень. А это серебро. Ой, серебро это железо вроде. Как вроде я думаю. Еще переправьте мне в комментарии. Так. Отлично, мне интересно ж. Так, допрыгнем? Нет, не допрыгнем. Есть вот такая штучка. Так. Оп, что-то там какая-то пещерка, как вижу. О, ненавижу этот биом. Честное слово. Ай, укололся, походу. Ненавижу этот биом. А, нет, это не тот биом, который я ненавижу. Это, блин, другой. Ну и... Я такого не люблю. Плана. Ну что-то там внизу должно быть супадов. Тоже слышите утку. Так, давайте алюминий, с нее можно хорошо сделать этот. Да, нехороший, пошутил, конечно. Так, броню можно с нее сделать. Оп, слизень. Так, ладно, ничего такого страшного, слизень нам такого. Шушу. Очень сильно хорошо, что я умею прыгать. Оп. Так. Ну что у нас тут? Так. Конечно, страшновато так делать. Как в Майнкрафте говорят, нельзя под собой копать. Зачем я это сделал? Тоже буду проваливаться, если сюда буду ходить. Ну да, еще не знаю. Буду сюда вообще ходить. Так. Пройду этого. Как-то он улетел с головы. Ой-ой-ой. Слизнет. Ой, их там... Многовато. Там целая орда их. Сейчас зайдет. Блин, они все выбежали. Что делать? Ладно, они все. Не зайдут. Да. Блин. Не играет со мной, да, мне вещь. Сейчас.
Да, все. Нет, это уже никогда не будут. Так, мне надо бы железка. О, шлют забью. Я боюсь. Папа. О, это много монеток дает. Не-не-не-не-не-не-не-не. Отойди, отошел. Блин, золотая монетка там лежит. Блин, зачем я их поставил? Слушайте, она сожрала монетку. Нужно найти. Ай. Так. Мне так кажется, что это... Нет. Ай. Все, не вылезет отсюда. Блин, пробил этот жизнь боль. Ненавижу слизней. Так, а это у нас по походу железка. Да. Не, это не железо, это этот. Скажите мне. Отлично, это, блин, серебро. Так, и сколько мне? 14. Отлично, разбогател я так. Не, это какая-то новая руда, я не знаю, что это. Сейчас подойду. Вероника, что ты хочешь? Я это вырежу, не переживай. Пусть мне послезавтра в школу, мне очень рано вставать, я не успею. Завтра в школу тебе? Послезавтра. Ну, завтра поищем, Вероника. Все, я тут. Так. Опа! Смотрите, что я нашел. Блин, не пока. Что я хату чью-то нашел. Но это не. Ого, сколько их тут! Все, люди добрые, я умер. Слушайте, мне так сильно страшно тут. Это правда как-то сыкотно. Что я натворил? У меня пропало 11 голды и 47 серебра и 22 купюры. Так, все, ладно, я тут заспавнился. У нас пока что никого нету дома. Ладно, ничего такого страшного. Так, надо сундук взять, быстро голду сюда скинуть. Половину можно ресурсов сюда выкинуть. По-правильному бы. Так. Так. А это птичка, я думаю, что это что-то красненькое лежит. Что? Сейчас ударится птичка, я же сказал. Так. О, кстати. Очень даже круто. Смотрите, что мы нашли. Кстати, жву. Идем обратно. Блин, ненавижу слизняков. Простите за зайчик, я случайно просто хотел что-то сделать.